День добрый! Это программа «Постскриптум». Да, наступили нелегкие времена, и этому было положено начало вчера, ведь именно вчера прошел первый тур Олимпиады. Раннее утро, поспать бы, сказали бы многие, но нет, стремление к знаниям превыше всего. Таким, как я его, наверное, представляла себе. Он был не таким, как я ожидала. И готовилась я, наверное, все-таки по более узкому кругу произведений. Девятым классом в этом году попалось произведение все-таки 18 века, совсем другой текстурой, совсем другой концепцией. И это не то, что разочаровало. Наверное, это просто подталкивает теперь готовиться к следующей Олимпиаде по всем векам, по всем направлениям. Не очень сложно. Я ожидала чего-то больше, правда. Но, в общем, нормально. Весна. Прекрасная пора. И как иногда просто хочется погулять по улицам. И эту уникальную возможность с удовольствием использовали наши уважаемые педагоги и жюри Олимпиады. Sous le ciel étoilé, on s'est mis à danser sur un air qu'on appelle la
заброшенные здания, старые здания, различные церкви. Не знаю, я в этом нахожу какую-то красоту, романтику, поэтому могу сказать, что мне нравится ваш город. Ну, город очень красивый, как я понял, очень древний и холмистый, что больше всего удивляет. Действительно, и город сам по себе красивый. Мне очень нравятся сами вот холмы, то, что располагается вот так вот не на равнинной местности, а то наш город, он равнинный, и мне здесь очень вообще нравится. Вот. И вообще, в принципе, очень хотелось бы поездить вообще по России. Я очень рада, что я приехала сюда именно на Олимпиаду в этом году. После сложного трудового дня неплохо и отдохнуть. Вечер отдыха на базе санатория-профилактория «Кристалл». Таким красивым и непонятным словом «таусим». Слово это древнеславянское. Славянское, а произошло оно от древнеславянского корня «усень», что значит «сверкать, излучать свет». В базе санатория-профилактория «Кристалл» проходит сейчас вечер отдыха. Все отдыхают по-разному, но самые стойкие сейчас в этом зале и слушают красивые, старинные, фольклорные смоленские песни. Прошло 2 дня Олимпиады, и я никак не могу сказать, что я устала. Все, хотя дни проходят очень активно, экскурсии, но я довольна, потому что это полезный отдых, от которого я получаю много удовольствия и информации такой, интеллектуальный отдых. Вас ждет еще экскурсионная программа по Смоленской области, а вечером к вам приедет театр-студия «Диалог». Ну что же, чем будет интересен следующий день, мы узнаем.